Стелла на Телецком озере, Алтын Кол. Озеро Телецкое, 78 километров в длину. Вот здесь берет начало река Бия и уходит вот туда, в те края. Девочка на сноуборде. Сейчас мы находимся на горнолыжке Артыбаш. Это единственный горнолыжный комплекс, который находится на Телецком озере. Другая ближайшая только Черегеш, да? Работаем? Еще. Черегеш не на Телецком озере, который. Другая ближайшая, я говорю. Ага. Вот. Так что те, кто вдруг захотят приехать на Алтай и покататься, есть для вас вот возле Горно-Алтайска Манжирок горнолыжка и на Телецком. Стоит прокатов, по-моему, 300 рублей за первый час. Кому интересно, полный комплект, снаряжение, сноуборд или лыжи по 300 рублей первый час, второй час 200 и следующий по 100. И в каждую среду для жителей сел ближайших большие скидки. Подъемник, как и на базе Павловского парка, бугельный. Кто научился им пользоваться? Тот нормально! Я говорю, смелая, ну ебанутая. Я птица сильная, я птица смелая, но на голову ебанутая. Да, видимо. Да, да, еще раз, да. Во! Блин, смелая. Че? Ой, зашибись. Для тех, кто любит фрирайд, это самый шулай. Народу мало. Мороду снега мало, много. Потому что я был первый, да, кто спустился по трассе в этом году по Пухляку. Прямо ехал, как вот еду, и прямо по девственно чистой еду. Ох, да. Прямо дороге. Я еду и чувствую себя прям таким богом. Первооткрывателем. Как тебе быть первооткрывателем? Очень-очень классно. Не, на самом деле, для вот людей, которые еще не очень хорошо катают, здесь вот эта трасса, она такая большая, широкая, с большими выкатами, удобная. Вот, много снега, ну и вообще море впечатлений, эмоций. Да, о наших приключениях можно, наверное, почитать по хэштегу Артыбаш Эдем. База называется Артыбаш, здесь деревня ближайшая, база Эдем. Вот, наверное, выложим, там и продолжение будет какое-то. И горнолыжка, как видите, тоже называется Артыбаш. Вот, телефоны. Записывайте сайт. Не надо Артыбаш-Эдем завести. Да-да, не тире без всякого, Артыбаш-Эдем. Ура, я победил эту гору! Как тебе быть первооткрывателем? Круто, только очень сложно. По Пухляку, замерзший, отогретый в тепле борт. Ехать не хочет совершенно. Но, слава богу, меня спас великий инструктор. Инструктор? И заставил спуститься до конца. У тебя был выбор, да? Я могла уехать на ратраке. Скажи что-нибудь. Эй, эй! Эй! Все? Нет. Эгегей! Вот! Для тех, кто решит здесь все-таки покататься, приехать на Телецкое, горнолыжка открывается 19 числа. А самолет сюда будет 18 числа. Соответственно, вы можете приехать в Горно-Алтайск 18-го, при тот же день доехать до Телецкого. И бац, вы на открытии горнолыжного комплекса. Ну а кроме бугельного подъемника есть еще и кресельный. И вот на данный момент уже готово 6 трасс общей протяженностью 11 километров. Вот, а еще в скором времени достроят еще трассы. И общая
протяженность удовольствия будет около 20 километров. Вот по этой трассе спускались люди, наши блогеры. Катя, как всегда, фоткает, не может пропустить такой кадр. Даже не можешь сказать привет на камеру. Все, не могу. Посреди тайги, леса и горнолыжки есть гостевые дома. В таком помещается 10 человек. Перед вами река Йогач. Переводится как корявое дерево. Также названа деревня, которая находится около Артабаша. Эта деревня была основана в советские времена для того, чтобы добывать кедровое дерево.